Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня такое экспериментальное видео, его я не планировала, девчонки, я увидела на интернете. Сначала я к нему отнеслась очень скептически, потом, по мере того, как он мне мелькал перед глазами, мне захотелось его попробовать. Вот он, носок, как бы так он выглядит, довольно смешно, необычно и странно, да? Для нас, привыкших вязать нормальные носки. Но все-таки вот это мелькание в интернете вынудило меня этот носок, думаю, я свяжу хотя бы один. Я свяжу один и попробую посмотреть на ноге, как он сидит. Потому что на фотографиях я видела, он сидит хорошо. И что вы думаете, связала я вот этот один носок, одела, и я была удивлена. Он прекрасно сел по ноге. Не знаю, за счет чего. Я, скорее всего, я думаю, что за счет этого шва. Сам носок состоит из такой вот конструкции. Смотрите. Вот такой вот хобот, слот. Мой мозг этого не мог принять. Как бы я не могла понять, как он, этот носок, может сидеть на ноге. Вот потом я его связала. Это я уже сняла видео, связала второй. Первый я сначала связала, померила, удивилась и решила, что мне надо вязать второй, чтобы показать вам. Потому как для девчонки, которые вяжут носки, умеют вязать, понятное дело, это видео не нужно. Но для тех, которые только учатся вязать и только начинают, вот только ковыряются во всей этой информации, это идеальная альтернатива вязания носков, потому что особых как бы навыков для этого не нужно. И при том он сидит прекрасно, очень прост в исполнении и сидит отлично. Понятное дело, что это мастерицы, которые опытные, мне сейчас закидают дизлайками, но мне в принципе все равно. Это видео предназначено для тех, кто только начинает вязать, то есть для начинающих. Для наших носков нам понадобится пряжа 180 метров в 100 граммах, 100 грамм основного цвета и немного грамм 20 на вот эти вот полоски. Но это не обязательно, девчонки. Так, первое, что мы делаем, ногу. Соответственно, ногу обрисовали, измерили длину и ширину. Ориентироваться будем по длине и по ширине ноги. Я набрала 40 петель. У меня вот эта ширина соответствует ширине стопы приблизительно. Давайте вот так вот вам покажу. Видите? То есть само вязание у меня должно соответствовать ширине стопы, чтобы носок хорошо облегал ногу. А сама резинка, понятное дело, что на резинку не ориентируемся, она растягивается. Ориентируемся на основную вязку. Вам придется связать образец и посчитать петли по ширине стопы. Значит, я набираю 40 петель. Забыла сказать, спицы 3 миллиметра, девчонки. И вяжу резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. И второй ряд. Привязываю нить другого цвета и буду далее чередовать по 2 ряда. 2 ряда бежевой нитью, 2 ряда красной нитью. Вот здесь вот прекрасно видно на образце. Ой. Так, продолжаем. Когда мы провязали 5 полосок красных, переходим на основную нить и вяжем далее платочной вязкой с лицевыми петлями все время. Кромочная петля изнаночной, изнаночный ряд тоже лицевыми петлями. Провязала 20 рядов, девчонки. Это у меня сейчас вот для всех размеров примерно одинаковые 6 сантиметров, ну для детского естественно 4. Вот у меня 40 петель. Теперь нам нужно по обе стороны закрыть половину, но половину распределить на две части, то есть 40 петель делим пополам, это 20, и еще раз пополам, это 10. Я здесь закрываю 10 и здесь закрываю 10, и у меня посередине останется 20 петель. Но мне нужна кромочная.
9. Так. И по сути я должна была закрыть еще эту. Но так как она у меня переходит в кромочную, я ее просто оставляю. Поэтому средних у меня будет не 20, а 22 петли. Здесь я закрыла 9. И десятую перевела в кромочную. Почему я сразу сказала, как бы 1/4 закрываем? Потому чтобы для простоты расчета. То есть, если вы закрываете 1/4, последнюю петлю из этой четверти, вы переводите в кромочную, в основное вязание. Сейчас я вяжу ряд до конца. И закрою сначала ряда, опять же, 9 петель. И центральную часть буду вязать ровно. С этой стороны здесь у меня уже есть, видите, теперь с этой стороны я закрываю 9 петель. И 10 переходит в кромочную. Всего у меня здесь 22 петли, и я продолжаю вязать эти 22 петли. Так, вот смотрите, связала я среднюю часть. Если сейчас я вам покажу, как ее измерить. Если мы складываем пополам, да, и наша ножка, складываем пополам, вот наш как бы носок, и смотрим. Видите, если брать от до конца, у меня не хватает где-то 6 сантиметров. Вы ориентируетесь визуально, то есть вы возьмете вот этот носочек, вот как вдвое сложенный, и попробуйте натянуть вот так вот на ногу. Если у вас легко это растягивается, вот как бы легко растягивается по ноге, значит все, значит достаточно. То есть это еще зависит от эластичности ниток, от размера, да, детский, взрослый. Просто обрисуйте ножку, чтобы у вас такой вот был шаблон, и меряйте. Так, в конце закрываем все петли. Хочу сказать, девчонки, ровно 100 грамм. Вот, кстати, вот нитка вся, которая у меня осталась. Ровно 100 грамм у меня ушло на мой 37 размер. Даже сшивала я другим цветом. Это я вам говорю ориентировочно, чтобы вы понимали, сколько ниток идет на эти носки. И последний штрих, сборка. Шивать я буду иглой. Первое, что я делаю, я складываю пополам вот эту как бы часть от резинки и начинаю сшивать. Есть. Двигаемся далее. Теперь перегибаем основную деталь вот таким вот образом, и в середине вот пытаемся зафиксировать, фиксируем в серединке и вот этот угол совмещаем с этим углом. Так, теперь дошли мы до угла, от угла, вот так вот, складываем пополам и сшиваем. Когда у нас в конце остается где-то 1-1,5 сантиметра, мы этот уголочек пытаемся стянуть вот так вот. Чтобы не было у нас резкого края, чтобы было оно вот так вот закруглено. Так, вторую сторону вот хорошенечко выравниваем, и здесь вот тоже последний сантиметр вот так вот я стяну.
Так, и все, и сшиваем, сопоставляем углы, совмещаем углы и сшиваем. Вот теперь этот второй угол пришиваем, и все, готово. Вот так вот это все выглядит с изнанки, и выворачиваем на лицевую сторону. Так вот это выглядит с лицевой стороны. На этом все, девчонки. Видите, здесь вот носок, он формируется по ноге, вот здесь вот. На этом все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами была Вика из Школы рукоделия. Вот такие вот носки у меня. Всем пока-пока. До новых встреч.